Работы здесь не прекращаются, несмотря на холод и ветер. В поселке Солнечный 2 к лету должны появиться 3 дома. Сейчас они в разной степени готовности. А вот эти вокруг него пойдут? Мы сейчас туда пройдем. Восьмой дом, третий этаж, его тоже его видно, там кран стоит, мы сюда пройдем, посмотрим его. Проверить, как идет строительство, приехал губернатор. Дома, что называется, программные. Квартиры здесь выкуплены на федеральные деньги в рамках проекта по переселению граждан из аварийного жилья. Только за этот год в областном центре планируют переселить больше 5000 человек. Все это посмотрите, чтобы здесь программа тоже работала. Рабочее совещание с чиновниками и строителями устроили в одной из квартир новостройки. В ближайшее время сюда переедут жильцы какого-нибудь аварийного дома. Социальный ремонт, сантехника, плита, даже люстры в подарок от строителей. Всего же в городе Саратове второй этап построено, 38 домов на сегодняшний день многоквартирных введено. Идет процесс вселения граждан. Программу переселения граждан из аварийного жилья начали реализовывать еще 4 года назад. По словам Валерия Радаева, проблемы есть, но все под контролем. Все, что мы видим, мы сегодня гарантированно работаем с застройщиками, с подрядными организациями, нисколько не лукавим, говорим о сложной ситуации, но говорим, что не останавливаем строительство. Мы гарантируем, что программу профинансируем по полному объему финансирования, который заложен в программе. За этот год в Саратове намерены выполнить сразу 2 этапа, 3 и 4, и программу завершить. В правительстве обещают, к 1 сентября 2017 года вот примерно такие новые квартиры получат абсолютно все обитатели аварийного жилья. Анна Главчинская, Александр Кравченко, новости «Телеобъектив».